11 по 14 марта в Даугавпилсской детско-юношеской спортивной школе в рамках чемпионата Восточноевропейской волейбольной зональной ассоциации состоялся первый отборочный раунд чемпионата Европы по волейболу среди девушек в возрастной группе U16. Учитывая актуальные условия, эти соревнования стали отличным опытом как для организаторов, так и для участников, контакт которых с другими людьми был максимально ограничен. Решение Кабинета министров о разрешении соревнований для сборных старше 15 лет было принято за неделю до игр, поэтому Латвийской Федерации волейбола и самоуправлению Даугавпилса пришлось быстро реагировать для проведения отборочных чемпионатов U16. Размещение, питание и игры 8 команд были организованы самым аккуратным образом. Сборные использовали услуги гостиницы «Парк Хотел Латгола», где команды не контактировали между собой. Сами соревнования прошли в зале детско-юношеской спортивной школы, где совсем недавно было заменено покрытие и проведены другие работы. Первый большой турнир в обновленном зале прошел на отлично. Никаких зрителей, кроме других команд и сопутствующего персонала, на трибуны не допускалось. В свою очередь пресса и другие персоны проходили быстрый экспресс-тест на COVID-19 на месте, до входа в зал. Трансляции чемпионата в интернете привлекли сотни поклонников волейбола. Те протоколы безопасности, которые были созданы, они довольно серьезные, да, поэтому, во-первых, команды были изолированы от, можно сказать, от других команд друг с друга, чтобы не пересекались, да, они жили в основном, это гостиница «Латгола» использовали, да, и питание там отдельное было, и посещение игр тоже они находились рядом, так-то гостиница и спортивная школа, зал находятся рядом, но игры тем более проходили без зрителей, да, и все те, которые находятся в этом здании, во-первых, они были изолированы или проходили тесты еще, моментные тесты. И плюс к этому, почему мы просто это организуем, если зрители не могут быть, да? Ну, во-первых, мы хотели поддержать и наших, ну, девчонок, можно сказать, потому что они тоже участвовали. И, можно сказать, ну, и тот бизнес, который в Даугавпилсе тоже сейчас не может работать, можно сказать. Это гостиницы тоже, и в том числе и питание и так далее. Поэтому около 100 человек, если... Ну, все это время находится в Даугавпилсе, все же они оставляют, ну, какие-то средства. Сборная Латвии U16, в которой также играют три даугавпилчанки, завершила отборочный раунд на 7-м месте и не проходит во второй тур. Тем не менее, столь редкий сегодня соревновательный опыт станет отличным подспорьем для будущих достижений. В ближайшее время в Даугавпилсе запланировано проведение других крупных международных соревнований. В мае в Даугавпилском олимпийском центре должны состояться игры квалификации на Европейский чемпионат по волейболу среди женщин, а в начале июля игры чемпионата мира по баскетболу в категории U19. Хотя многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом, и возможно, что зрители не будут допущены на соревнования, свою выгоду от этих и других событий должны получить представители гостиничного бизнеса и других сфер предпринимательской деятельности в городе. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.